Друзья, итак, у нас очередное обслуживание Неваки наших. Вот так вот они у нас обросли. В этом году они у нас очень сильно обгорели. У нас было солнце активное весной, но все восстановлено уже. Что делаем сейчас обслуживание? В чем заключается? Сейчас вот я вам покажу на примере вот одной шапочки. Значит, самое основное, первое, мы начинаем работать по шапке, это мы подбираем низ. Вот, например, все, что у нас, вот сейчас мастер делает это, все, что у нас вываливается из шапочки, из габитуса, из архитектуры нашей шапочки, вот так вниз, мы это все, естественно, застригаем. То есть низ у нас должен быть вот такой. Вот сейчас я со стороны покажу. Вот у нас низ, видите, все подобрано, ничего вниз не торчит. Покажу, что такое, когда торчит. Вот, смотрите, видите, вот, например, у нас есть шапка, и вот, вот это убирать будем. Вот это убирать будем, вот это убирать будем. Ну, то есть все, что у нас, условно говоря, ниже уровня горизонта, мы это все убираем. Должна быть идеально ровная горизонталь. Это первое. Второе, это санитарная обрезка. То есть все, что у нас подсохло, засохло, малопродуктивное, слабенькое, все делаем обрезочку на переводик. Вот так вот. Следующий этап, это мы работаем с самой архитектурой уже шапочки. То есть, что мы делаем? Мы обязательно с лестницы, мы вот используем вот такую лестницу. Заходим наверх и смотрим архитектуру. Видите, у нас вот в данном случае это форма облака. Вот такая. И, значит, просто делаем обрезочку по заданной архитектуре. Ну и потом у нас уже идет застрижка. Обычная застрижка вот садовыми ножницами Акацуны, вот такими. Значит, при обрезке используем вот такие Акацуны ножницы, секатор Акацуны. Вот такие, ну, с гардой ножницы, это Хана Кумагава. Ну и вот такое происходит сервисное обслуживание как раз наших Неваки. Вот обратите внимание, например, вот эта шапочка сделана, вот она, со стороны даже видно. Вот эта уже шапочка готова. Хотя вот здесь есть вопросы, мы ее еще не чистили вот от хвойного отпада. Видите, это вот делается просто руками. Вот так все вычищается. Вот. А вот эти, они только сейчас в процессе. Вот, в процессе. Вот сейчас ее чистят. Вот такая ажурная. Да, вот это все надо прям руками, перчатками выдираем нещадно. И не боимся вот этой прозрачности. То есть все должно быть прозрачненько. Вот так вот. Сейчас еще раз покажу. Вот, например, вот эта шапочка, которая готова. Вот, смотрим снизу вверх. Видите, как все прозрачно. Вот, пожалуйста. Вот такой эффект нам и нужно добиваться. Ну, вот такое обслуживание. Одна из моих любимых техник, это еще работать весной, когда я очень сильно осветляю шапочки. Прям вот малопродуктивно все вырезаю. Они у меня такие свободненькие становятся. Вот, кстати, вот как здесь, например. Вот классная обрезочка произошла. И вот так вот все это сейчас будет у нас происходить работа по вот этой Неваке. Сейчас она имеет вот такой вид. Вторая у нас вот такая. Ну вот, видите, даже заметно вот эта шапочка. Видите, она сделана, она уже стала аккуратненькой. Ну и обязательно потом обработка, накроем все фунгицидом. То есть процедура после обрезки стрижки. Процедура обязательно. Ну и самое главное, вот с приствольным кругом тоже поработаем. Его чуть-чуть освободим от сорных растительностей. И, наверное, его надо корой накрывать, чтобы у нас все-таки был приличный вид. Вот, смотрите. Вот так вот. Значит, еще раз повторюсь. Процедура первая, это подбираем низ, делаем обрезочку. То есть из себя это представляет следующее. Берем вот такие ножницы. Вот. И вот, пожалуйста, смотрим вот такую веточку и просто ее вырезаем. Сейчас покажу. Оп, вырезали. Вот малопродуктивная тоже берем. Вырезали. Сухая, вырезали. Вырезали. Видите, малопродуктивная, вот она. Вырезали. То есть это не боимся, низ подбираем. Вот так вот. Потом уже
просто здесь работаем, чтобы не было и загущенности такой. Вычищаем все. Ну и самое финишное, это мы здесь уже сделали по ним. Это застрижка шапочек. Вот так. Берем ножницы садовые и застригаем. Также с гардой вот используем. Вот так вот. Сейчас, когда мы всю эту Неваки сделаем, я покажу итоговый результат, какой будет. Друзья, вот итоговый вид Неваки после обслуживания. Вот такая она имеет вид. Вот посмотрите, сколько у нас отходов. Это все ненужное, что мы сняли с Неваки. Обратите внимание на шапочки. Шапочки стали ажурные. Низ подобрали, отсанитарили, все вычистили. Верх у нас застрижен. Шапочки стали гармоничными. Немного поработали с архитектурой. Так называемая архитектоника. Где-то у нас полусферы, где-то форма облаков, где-то будет форма тыкв. Ну, вот такой вот имеет вид сейчас у нас Неваки. Посвежело значительно, очень хорошо. То есть не надо бояться работать очень хорошо вот так с осветлением кроны. Это все будет только на пользу. Ну и не забываем делать обработки обязательно после стрижек. Это в агротехнике мероприятие крайне полезное и обязательное. Смотрите, вот такой вид стал. Она у нас обгорела, конечно, это весной очень сильно. Но вот такая стала красота. Смотрите. А вот для сравнения, которые еще не работали. Вот она. Видите, шапки подзапущены. Сейчас мы с этим материалом начнем работать. И увидите итог видео. Работа будет вся то же самое. Сейчас будем подбирать низ. Поднялся ветерок небольшой. Ну вот. Наши Неваки. Обслуживание 2 часа, 2-3 часа и готово. Итак, друзья, вот, например, сейчас на примере вот этой шапки я покажу, что в первую очередь будем делать. То есть первое, вот видите, у нас горизонталь есть. И все, что у нас вываливается, сейчас мы это все будем вырезать. Делаем следующим образом. Вот сюда оператору можно подойти поближе. Прям нещадно все, что у нас вываливается. Вот видите, вообще сухостойчик. Убираем. Вот вываливается. Убираем. Это у нас так называемая реставрация шапок происходит. Дальше вот, например, видите, вываливается. Убираем. Вот вываливается. Убираем. Вот у нас вываливается, убираем. Вот, например, вываливается и убираем. И вот сейчас я как раз эту работу вот проведу, все, что вываливается. То есть, смотрите, задача вот так, чтобы у нас было. Вот так стояло. И все, что у нас вот падает, это мы сейчас все уберем. И потом я покажу результат. Коллеги, обратите внимание, друзья, вот верхняя шапочка готова, видите? То есть все, что у нас вываливалось, все удалено, разряжено, малопродуктивное вырезано, санитарка сделана, вот не до конца, сейчас здесь еще вот так, можно вот так это делать, смотрите. Оп, прям трясти. И ничего страшного. И потом все, что еще вывалилось, еще уже финишно застричь. Вот такой эффект возникает, видите? Итак, друзья, вот у нас стрижка этой Неваки закончена. Мы сделали первую, сделали вторую. Все готово. Некоторые шапочки переформатировали. В целом, стрижка и обрезка была идентичная этой Неваки. Результат такой. Здесь вот параллельно мои мастера стригут туи на конусы. И вот такой эффект у нас. От стрижек. Вот столько хвойного отпада. Ой, хвойного отпада. Порубочных отходов. Отходов от стрижки. О, две кучки большие. Первая, вторая. Вот такой вид. Вот такая структура стала.
первая, вторая. Все то же самое. Видите, низ подобрали, горизонтали все сделали. Вот так. И завершение любых стрижек по агротехнике — это у нас обработка фунгицидом, инсектицидом, плюс акарицид от клещей, и плюс там микроэлементы различные добавлены. Вот такая происходит обработочка. С помощью опрыскивателя фирмы Makita. Вот такая модель. У нее очень классная микродисперсия. И вот так все покрываем хорошо. Тем более сейчас погодные условия позволяют это делать даже днем. Сервисное обслуживание Ниваки закончено.